Много букв. Прикольно, я только сейчас заметил, а что это светится такое прямоугольное? Ну тут северное сияние, но я просто тут нажал какую-то неуходу, и тут вообще какая-то катастрофа какая-то произошла, если что. Ебать, это что такое? У меня аж руки спотели. Да! Я почти упал, не знаю. Да, он вот до меня долетел. Тихо, тихо! Я прям под тобой. Во-во-во, и ты туда же за мной. Че? Смотри на меня, Юра. Я убью, ты как... А-а-а, тут вообще так, короче. Ага. Я понял. А кислород-то кончается. Здорово, ребята, всем привет. Сегодня, короче, решили мы с Лёхой залететь в Астронир. Здорово, Лёха, привет. Ой, я только проснулся. Нихуя себе. А чё ты так? Два часа поспал, спать захотелось. Ну чё, рассказывай, как подусили. Я вообще, Лёха, не помню, что мы делали здесь. У нас байты почему-то капают. Так у нас, сами, кстати. Так у нас бабки фармятся, в смысле, у нас есть фермы там. Такого прошлый раз не было. Может, это было просто... Не было такого, просто обновление вышло крупное, я смотрел на 3 гига. Так и чё? Не, у нас добыча-то идет, в смысле. Вроде как, вот эти вот растения для исследования... Да-да-да, все нормально у нас, Лёха, ферма. Все у нас было прекрасно. Но все капало. У нас стоят растения, типа, они исследуются, капают байты. И вот акум, типа, у нас подцеплен здесь. Чем мы тут вообще воротили-то, бля, какую движуху? Мы с тобой собирались на другую планету, я точно. Ну это нам надо как-то в заданиях, скорее всего, посмотреть. Ну-ка, сейчас подожди. Розетки, мы что-то с розетками мучились, по-моему. А, ну мы сюда тянули, да, мы что-то сюда тянули, что-то, короче. Что-то не получилось. А, ну вот мы запитали вроде его нормально, он запитанный. А, вот же она у меня есть, блядь, эта дизола, она у меня в рюкзаке есть, оказывается. Да? Ну, вот она. О, исследуем. А, во, в натуре исследуется, прикинь. Да, что нажимается? Ну, а прям открылась эта, типа, дверка, а ты не видел? Я помню, как мы ебали сделать, чтобы у нас работала электроэнергия. Есть такое. Кому интересно, можете посмотреть стрим у Юры на канале. Чтобы да. Вкурить, что мы делали. Кстати, я сам хочу посмотреть. Ой, бля, я что-то дохну, что ли? А, я дохну, тут же кислород, блядь. Да, да, да. О, нифига, прикольно. Вот задание есть напечатать РТГ. Какую именно РТГ? Ну тут просто написано РТГ. Мини-РТГ, предмет мини-РТГ, предмет средняя батарея. Знаграда за выполнение. Просто написано, напечатайте РТГ, хай-тек. Ну напечатай. Так. Чтобы напечатать, надо... Чтобы напечатать, надо... Разрешить, чтобы мы это... Сколько он стоит-то, блядь? Лёха, блядь, сформулируй мысль. Сейчас, я просто всё тут... А, ну да, я тут нацеплял всякой залупы, потому что у нас тупо не вывозило, короче, по питалу. А, ну вот средний принтер. Вот, РТГ, Юра, его купить надо. Нашел, он стоит 12500. Покупаю? Ну, покупай. Какой еще раз сплав? Наноуглеродистый сплав и литий. По одному. Ну, литий у нас по-любому есть. Нет. Прикинь, нету лития, я хер знаю. А, подожди, литий вот есть, 3 лития. На, наноуглеродистый сплав делается титановый сплав, сталь, гелий. Мы нахуй не сделаем это. У нас ничего из этого нету, я тебя хочу расстроить. Ну да, я даже не знаю, как гелий добывать в целом. А может пойдем пока нашу планету, потом слетаем? Ну давай, пойдем. Давай. Ну освоимся хотя бы чуть-чуть, блядь, вспомним, чуть-чуть, что там а надо, потом... нахуй надо. Да-да-да, потом. Короче, возьмем с собой, что надо. Слушай, возьми-ка динамит с собой, знаешь что? Вдруг мы до ядра не дойдем, там пизданем. Давай динамит. Динамит-то мы умеем создавать. Да? Страшного теперь тратить. Да-да-да, мы динамит изучили. Лёха, я вспомнил, мы когда куда-то улетали, короче, мы брали какой-то упаковщик. Потому что генератор кислорода я упаковывал. Да, чтобы упаковывать, точно-точно было да. Такое. А кислород она генерирует вообще, нет? Да, генерирует. Блять, я упал нахуй куда-то. Подожди, а генератор-то кончится, может, и чё я потом делать буду? Блять, подожди, Лёха. Подожди. Я упал. Мини-РТК. Нахуй. Чё, он типа бесконечный? Он же не бесконечный, блин? Или бесконечный? Что именно? Мини-РТГ. Не знаю. Ну, вот сейчас проверим. Прочный, подожди, прочный источник энергии не требует контроля расхода топлива. Нет, он бесконечный. Блядь! Поехали! Всё, Лёха, приехали! Ну ладно, я за тобой поехал, чё, бля, я за тобой поехал. Да похуй на вылазку. А, так давай, может, сделаем залупу эту... Что сделать-то? Я упал вниз. Не, нам чё, взять с собой, наверное, вот эти вот кислородные залупы, не?
Что думаешь вообще? Я взял их. А ты взял, все, окей. Да. Я за тобой поехал, что, блядь? Сейчас я тачку свою выломаю. Я упал, чтобы ты понял, без тачки. А ты прям туда, в дупло? Да, я походу прям... туда, вот я к тебе припрет. Сейчас это. О, мы тут были. Заебись. Я сдох нахуя-то. В смысле ты сдох? Я не понял, блядь, вообще как? Подожди. Я хочу, короче, сделать дорогу наверх, чтобы мы тачки вернули наверх. А нахуя? Мы отсюда их... Так она бы, значит, не вытащим, нафиг мы вообще это делали. Так не, так мы просто вниз поедем. А как потом на поверхность-то выезжать там? Так как-нибудь выйдем, выкопаем. Так вот, надо заранее сделать это. Хочешь прикол? Опора-то от машины не работает. Ты без кислорода сейчас. Держу в курсе. Ну, у меня он не тратится. А, ну, у меня, скорее всего, потому что это... Я понял. Так это хуёво, Лёха. Так, да? Так их тянуть надо тогда. Так не вот... надо тачку, просто с собой таскай, как я, и все. Ты думаешь, мы прям до ядра на тачке поедем? Ну, да. Бля, у меня опоры кончились. У тебя есть соединение? Нет. Ну сделай дохуя опор. Так соединений нету, как эти сделают? Соединений надо. Какие соединения? Так и написано, соединений надо. Где-то серенькие такие. Блять! Чё-то там, сука, взорвалась. Опор сломал. Да взорвалась эта пизда. Блять, я что-то пока не догоняю, как заполнить контейнер, хочешь. Чтоб создать органику, чтоб создать потом опоры. Капец, да? Ребята? Так, все, Лёх, смотри, где я нахожусь. Я сейчас сделал нормальный въезд. Бля, надо вообще на самом деле такой марафет на базе навести. Вообще, чтобы все четко. А что-то с энергией, да, вообще, ну, какая-то пизда, Леха. Ну потому что слишком много всякой хуйни подключит. А что ты что-то делаешь? Сейчас? Ну. Бурю. Просто какой-то жесткий трабл с энергией. Бля, может изучим среднюю солнечную панель? И среднюю... Лех, у нас есть большая солнечная панель, ее просто поставить надо. А, супер. И нужно под это. И батарейки нужно к ней. Ну, чтобы она накапливала, понял? У нас еще просто, видишь, отдельно стоит большой ветродуй и большая солнечная панель, как бы. Сейчас будет. Это что за цветочки вообще? Это что за... Блять! Что там, тебя отъебали? Сука! Я видел, кстати. Я ж, чтоб ты понимал, сам подпрыгнул на кресле. О, смотри, что я нашел. Ебать. Это исследовать, типа? Да, иди исследуй. Сейчас, давай. И корни еще, блядь. Подожди, а что написано? Следующий рецепт. Уникальный вид растений, превращающий отдельные ингредиенты в ценное биотопливо. Полученные вещества можно доставить в Экса, исследовать и получить байты. А, это корни. Платформа для размещения... А, ну вот она. Вот эти корни. Что за звук, блядь? Лёха, какую-то хуйню нашел. Ты? Угу. Брошенный рюкзак какой-то. Опоры, прожектор, любопытный предмет. Восстановленная запись. Нет, образец для исследования, технология просканировать. Это какой-то... Это шаттл какой-то ёбнулся нахуй на землю, на нашу. Опа! Лёха! Чё? Чё происходит? Чё, я внизу, я не знаю. Я только сейчас заметил. А чё это светится такое прямоугольное? Ну тут северное сияние, но я просто тут нажал какую-то хуйню, и тут вообще какая-то катастрофа какая-то произошла, если чё. Где? Ну вот смотри, вот у меня кристалл. Ага. Вот его можно активировать. Ебать, это что такое? 18 мая, Элих. Капсулы неисправны, Хронос должен их починить. Но пока за ними следую я, доктор Леди, космолет Элизиум. Глобальная стабильность 52%. И вот ш... Бля, сейчас к тебе как-то приду, хуй пока знает как. Так, я там все сделал, чтобы хорошо спуститься. Ты до базы. Так я-то хуй знает, где я, понимаешь? Так, просто наверх копай, да и все, похуй вообще. Просто, блядь, ну типа ебашь. Прям себе лестницу, типа, наверх. Где теперь ты, блядь? Ну, там в начале базы, помнишь же, как? Я все там же копаю. Я не помню, в какую мы пещеру спускались. Ну как, Леха, вот от базы, типа, от... Юра, от базы чуть... это... А база тут, она огромная, с какой именно стороны? Ну, блядь, чуть дальше, чем в космос мы летаем. Чуть дальше того, как мы летаем в космос. Там спуск. Ты чё, блядь, Алексей? Компас, ты посерединке компаса, если чё. Еба, вот это спуск, нахуй, дубасим под фонг жестко. Блядь, охуенно. Не, фонг, сука, всегда, блядь, ебать, залетает вообще на любую ситуацию. Предлагаю какую-то винтовую залупу сделать, ну типа... Надо просто как-то резко туда спуститься, чтобы вот это не копать, всё дерьмо.
придумать, как это сделать, блядь. Можно на гриб из гриба на каждый гриб. Ну, типа... Ну, а как мы потом, блядь? Не, а может пойдем на этот? На свет? Подожди, тут что-то цветное. Ханик углеродный. А, так это просто гриб, сука, светится, что ли так? Да, можно дальше вниз копать. Ну что-то мы на той планете, по-моему, быстрее откопали, чем на своей, блин. Ну пойдем за тачками, чё. Пойдем. На машине вообще спустимся. Какие магнитные... Я боюсь упасть в грибы. Нормально, сейчас, блядь, задубасим под фон как лютый. Ой, Лёха, тут надо ебать аккуратно. Ой, Юра, чувствую, я и аккуратно, это две разные вещи. О, хуярит, блядь. Всё? Вот тут, конечно, поворот вообще крутой. Тут, да, есть такое, блядь. Круче поворота нельзя было придумать. Дубасим. У меня ж руки спотели. Блядь! Сука! Я почти упал не туда. Да, он вот до меня долетел. Тихо, тихо! Я прям под тобой. Во-во-во, и ты туда же, блядь, за мной. Тут, кстати, опять какой-то этот артефакт. И опять любопытный предмет. Ошибка 100. Этим утром я вносила в каталог 10 новых видов вязания. Так почему же исследовательская камера показывает мне только те виды, которые мы обнаружили на Калимдоре? Доктор Леди. Космолет. Глобальная стабильность 48%. Что-то стабильность-то глобальная, блядь, уменьшается. Там прям в ад нахуй. Так, ёб твое масло, блядь. Нам вниз надо, да? Угу. Ой, там что-то мигает, да, какая-то аппаратура. Не, пиздец лагает. А, на тачке вниз надо, я понял. О, это прям вообще дырень. У меня есть ебанутое предложение. Чё? Ну, в тачке сесть и упасть вниз. Бля. А если что, потом поднимемся. Ну, давай, ладно. А, ты уже пригнал. Тачка же у нас кислород не сдохнет. Да нет. Ну чё? Ладно, погнали нахуй. Ну тут реально прям, прямо в ад. Охуеть. Ну это пыль, скорее всего. Это просто какая-то пыль. Ну будем надеяться, да? Угу. А куда улетела? Она стояла, я что-то копнул чуть-чуть, и она просто съебнула куда-то вообще. О! О, Лёха, мы добрались, походу. Только малахита... Малахита что-то так по херне вообще нашли. Не сдохни только. Я нормально. Так, ну чё, может десантируемся, чё думаешь, не? А мы как оттуда выберемся? Тачка, мы вниз. Ну давай, если мы сдохнем, то похуй, в принципе. Да не, ну типа давай, наверное. Как-то подлезем чуть-чуть. Вау, Юр, смотри. Чё? Посмотри на меня, Юра. Ебать, а ты как... тут вообще так, короче. Ага. Я понял. А кислород-то кончается? Ой, бля, Лёха, а мне как тут... Не, у меня не кончается нихуя. А, нет, ладно, все остановился. Это если вверх улетаешь, кончается. А нам прям... Я забыл, что-то просто делать-то еще здесь. Тут искать что-то надо. Мы, помнишь, ходили там, дрочили, блин, капец. Ага. Меня, вот, знаешь, что раздражает? Ну, в этом ядре ты начинаешь путаться, как идти правильно, блядь. Ну да, есть такое. У тебя мозги с ума сходят. Блять, как красиво, я хочу сфоткать. Как добраться до этой хуйни? Там были какие-то головоломки, по-моему, были. Что-то надо разгадать или что-то сделать. О! Это что было? Ну, я звезданул кристалл. Глобальная стабильность 12% с хуя-то. Блять, может, не надо их активировать? Просто, Лёха, когда я в прошлый раз активировал это, была стабильность 48%, а сейчас 12% глобальная стабильность. Короче, мне кажется, Лёха, что-то наверху произошло. Возможно, кстати, очень возможно. Хорошо, ну надо найти где-то ядро же. Так ядро-то в ядре, в центре, блядь. А, Алексей, ты чё? Да ты туда не ты не попадёшь туда, потому что там закрыто. Это нужно хуйню открыть. Я сейчас сдохну, блядь! Блять, я сдохну. Пизда, сдохну. Я тоже не сдох, у меня так 5% оставалось. Кое-как вообще. Я на первом слое ядра. Я на втором. А где тут первый вообще? В смысле, на последнем слое, наверху, типа. А, ну я тоже наверху. Как? Где наш... Блять, надо было маячок поставить, слушай. Надо было. А у меня он с собой есть? Не, ну я ж сюда вывел. Куда ты сюда, по идее, да? Куда? Может, снизу, блядь. Я, если честно, тоже. А где тачки-то, ёпсель-мопсель, блин? Ну смотри, эти хуйни фиолетовые большие все-таки идут к ядру, а одно большое идет к ядру.
Ну, я думаю, это не просто так сделано, блин. Это-то ладно, а где наши тачки-то? Ну я вот прям, я, короче, от балки до балки буду летать. Я ебал, я вообще запутался, блядь. Короче, это внизу, походу. Как я отсюда выбрался опять, бля? А вот, я нашел, прикинь. Ага. Я нашел, ебать. Случайно притом вообще, очень случайно. Ты слева где-то. Главное не упасть. Да-да-да, я в этом же. Ну, тачку просто ведет. Она прям. Она прям вообще не хочет, ага. У меня колено. Куда ты едешь? Все, все. Все, пизда, все, пизда, нет. Пизда. Прыгай с тачки. Подожди, тихо. Аккуратно. Тише, пожалуйста. Так, ладно, из тачки надо выпрыгнуть. Перевернуть. Сейчас куда ты едешь, боже мой! Давай, 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 давай. Почему ты так? Вообще что? Тихо. Вообще газовать нельзя. Ага, тихо, перевернуть надо. Если, короче, сильно перегазуешь, она пиздец в ебеня улетает. Как я поворачиваю направо, она вообще не поворачивает. Так, нам надо вернуться наверх. А мы откуда падали? Ну, типа, прям вот как мы стоим, прям вот наверху мы были. Нет, наверху ничего нет, наверху равнины просто. Ну вон дырка прям наверху, вон оттуда мы, блядь. Нет там никакой дырки. Ну как? Ну мы отсюда спускались, блядь. Отсюда ну, про равнина, ты что не видишь, что все в равнинах, блин? Там просто зеленая хуйня какая-то. А-ха-ха! Блядь! Я построил. Ситуация дерьмо, конечно, очень. Не, сейчас. Да ладно, просто делай нам вниз. Клон сейчас. Мы тачками заедем и сами раскопаем, блядь. Блядь, как выезжать, блядь, это пиздец. Ёбаный гриб, блядь. Давай. О, я задом, прикинь, сдал. Тут аккуратно повороты хуёвые. Ага. Тебя гриб ебёт, что ли? С тобой чё? Да. О, это было очень сложное приключение, кошмар вообще. Я задачи поставил, вот нам по сути сделать атмосферный конденсатор, чтобы газы собирать, я так понимаю, сделать платформу обмена, вот чтобы обменивать ресы, и экстрактор, который сам какие-то ресурсы добывает, и там типа извлеките какой-то некий ресурс из экстрактора, видимо. Какой-нибудь там поставить гигантскую комнату, типа, с энергией, блядь. Ну, чтобы, типа, вот вся энергия, когда, типа, ничего не работает, она стекала в эти гигантские батареи, чтобы все равно на батареях все это работало. Очень хороший мысль. Вот. Как, типа, резервный источник питания, короче. Ой, ладно, нормально, поиграли. Ребята, всем большое спасибо за просмотр.